В регионе продолжает развиваться дистанционное образование. Для сельских и малокомплектных школ, где учителей не хватает, обучение с помощью специального электронного портала пока единственный выход. Сейчас на ресурсе размещено около 50 курсов по общеобразовательным дисциплинам. Работу по наполнению ведут лучшие педагоги региона. Учащиеся должны зарегистрироваться на портале и записаться на нужный курс. И уже брать материал с портала, практически в основном для самостоятельного изучения. То есть это упор делается на самостоятельное освоение учебного материала учащимся. Учителя-кураторы, которые сопровождают курс онлайн, чаще всего общаются не с самими учениками, а с учителями-тьюторами. Тьюторы – это педагоги сельских школ, которые следят за тем, как работают ученики с материалами портала. Обучаться таким способом очень удобно, было бы желание у самих школьников. Однако не для всех образовательных учреждений это доступно. У нас почти 30% школ пока не имеют скоростного интернета, который позволяет им пользоваться вот этими прямыми онлайн-технологиями. Поэтому сегодня мы эту задачу перед собой ставим. Пока что дистанционно обучаются 32 малокомплектные школы из 72 существующих в регионе. От того, как быстро смогут включиться в процесс остальные, будут зависеть результаты ребят на экзаменах. Главным образом онлайн-обучение направлено на повышение качества сдачи ЕГЭ. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.